Всем привет, дорогие друзья, с вами Мирослав. И смотри, сейчас дождливая погода, я сел за свой компьютер и вышел в интернет-магазин Майнкрафта. Как вы знаете, у меня есть и ноутбук свой для работы, и компьютер для интернет-магазина. И смотрите, я отлистал и обнаружил, что тут есть товары за железные слитки. Подумайте, ну и что такое железный слиток? Ну да, ну тоже ценный. А я вот сейчас посмотрел на него и вспомнил, что оказывается, сейчас железо-то у меня осталось совсем чуть-чуть. Вот сейчас закрою шкафчик, ведь только 18 железа. И я подумал, а что если мне пойти в шахту? В принципе, да, ребят, давно я, конечно, не был в шахте. А так, давайте пойдем. Так, слушайте, погода дождливая, скажу правду. Вау! Ребята, смотрите! В этой шахте мало того, что кто-то уже был и расставил факела, но, наверное, жители тоже нуждались в ресурсе. Смотрите! Все жители, наверное, тут ходили, шли вон вглубь. Они... Вау, ребят, давайте скорее добудем золото, железо. Вау, так, давайте быстрее. Так, мое. Чего? Тихо. Ребята, вы это видели? Там кто-то есть, точнее, там никого нет, но прикол в другом. Это чей-то дом. Так, тихо. Так, сундук пустой. Погодите, нет, совсем не нравится. Тут явно кто-то был. Так, давайте осмотрим все тут. Так, может, не гравень, точно деревенский. Так... Давайте добудем. В принципе, я вот о чем думаю. Наверное, дом какого-то шахтера. Но что он не пришел? Так, тихо. Что он не пришел к нам в деревню? А у него вообще ресурсы? Блин, ребят, наверное, он вот тут всю жизнь вот так вот проводил в шахте. А что он не мог вот так вот выйти? А, я понял. Ребят, вы знаете, что после каждого обновления в Майнкрафте высота земли все время менялась. Возможно, раньше это была нормальная такая высота, а после обновления на версию 1.8 она ушла вот так вот глубоко. Стоп. Так, аккуратно. Вау, ребята, у него тут есть тоннель и уголь. Вау, так, подождите, надо будет поэтому хорошо разобраться. Так, давайте. Опа. Ой, так, нет. Ребята, вы это видите? Тут, наверное, да не может быть, чтобы тут жил игрок. Так, давайте, сейчас я пропишу команду одну. Угу, так, сейчас. Да нет. Я забил специальную команду, и мне, если бы тут кто-то был бы из игроков хотя бы раньше, то мне бы обязательно это бы высветилось. Так, давайте вот так добавим чуть света. Погодите, это куда-то идет. А, так, там что-то сверху есть. Так, давайте выкопаем. Так, опа. Нет. Так, стоп. Я, кажется, начинаю понимать. Он, наверное, тут копал тоннель. Да не, ребят, нет. Я в это вмешиваться не буду. Говорю сразу. Так, давай сейчас доплавится это и все. В принципе, золота мне было вполне достаточно. У меня дома есть печка, сам все дома доплавлю. Так, давайте быстро выбежим отсюда. Так, быстро. Так, давай. Бежим. Фух, ребята. Так, тихо. Нет, все. Так, нет, ребята, вы это видели? Там явно кто-то был. Так, сейчас.
Фух, вроде все закрыл. Так, ребята, может попробуем забить в поисковике? Так. А сейчас. Шахта. Нет, тут я. Тут ничего нет. Стоп. Ребята, посмотрите. У меня в доме, как вы можете убедиться, весь пол из булыжника. А тут откуда-то камень. Ё-моё, ну, наверное, гриферы какие-то залезли. Ладно, сейчас заменю этот камень. Нет. Стоп. Погодите-ка. Что? Не может быть, ребята. Не может быть, я в это не... Погодите, то есть кто-то, кто здесь был, имел доступ к моему дому? Так, ребята, мне это совсем не нравится. Давайте я сейчас просто зайду домой, вызову там какую-нибудь полицию или все такое, и все будет хорошо. На этом я заканчиваю свое видео и прощаюсь с вами. Спасибо за внимание, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.